Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Фокси, Нига и Бисар. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас гонки на выживание. Скажи, скорее всего, это дерби. Надо же нас скинуть вниз. Кто останется вверху, выживет. Если опять и кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Только стойте, не скидывайте. А вот теперь начинаем. Погнали. И машины еще разбиваются, то есть нельзя бесконечно врезаться и все. Так, я вижу, пацаны бодаются. Тот того кидает. Ой, забор ломается, как вы думаете? Нет. Так, я вижу, таранятся. Я здесь в сторонке постою. Так, надо валить. Надо валить! У меня же быстрая машина, ты шучи, то это тоже. Я специально взял себе такую. Да, я с шифтом могу такое тут прожимать. Ну чё, давай, едь за мной. Серега, это ты на синей машине? Нет, я на красной. Тихо, там авария небольшая. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то кого-то уже несет. Привет. Привет. Ух, фиг тебе, фиг. Давай, рви, родная. Ребята, надеюсь, вы поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Сюда стараемся что-то выдумать прикольное. Я буду тебя стараться скидывать сейчас. На тебе в бочину. Блин, у меня машина очень низкая, у тебя высокая. Немножко преимущества есть у тебя. А, нет, Серега, нет. Так, аккуратненько. А кто за акулу играет? Чумной додик. Так, пацаны, вы что с двух сторон меня решили затаранить? Не, я ж резвый очень, вы ж учитываете опыт вождения. Погнали, на всю, просто валим отсюда. Ой-ой-ой-ой, бочин. Блин, жесть. Нет, я тоже не хочу. Нет. Я нормально наваливаю. Так, мне кажется, уже машины начинают жизни тратить свою моей. Сжимаем желтого. Да это я, ты чё? Так, мне кажется, сейчас должны пацаны уже начать падать. Ой-ой-ой. Вот это ты жесткий. Мне нравится. Давай, назад. Нет! Серега, машина управляется так по-рахитному. Я упал. Из-за лагов. Бывает, Серега. Ты можешь ко мне сесть или кому-то рядышком? Не-не-не, я понаблюдаю в сторонке пока. Эй, ты что делаешь, сопляк? Нет, не получится. Я все-таки свалю отсюда. Раз уж я проиграл, я свою машину взорву. Это будет по-честному, она утонула там. Я потом специально, если я не упаду случайно, я упаду специально туда и покажу. Говно хотят... Ой-ой-ой. О! Отлично, один улетел. Офигеть. Так, пацаны, нас трое осталось. Ой, слышу взрыв. Да я взорвал машину. Так, пацаны, аккуратно, надо ему передок бальдить. Вот. А чумной упал. Так, нас двое осталось. Один на один. Серега, как ты думаешь, кто выиграет? Ну, тут спорно на самом деле. У меня машина же кончена, тоже учитывай. Ладно, я падаю сам, давай, скидывай меня. Димас, нет. Давайте, играйте. Давай, жми на газ, посмотрим, у кого больше лошадей. Давай, я жму. На всю, у меня прям колеса жгут. Ты мне просадил всю тачку. А если так? Ах. Я хотел тебя обмануть на самом деле. Вот так нечестно уже. Как это нечестно? Ты поплатишься своей жизнью. Теперь я поплатил. Согласись, опыт. Классно получилось, мне понравилось. Так, я специально упаду, и мы начинаем на следующей арене сейчас воевать. Воу, карта просто здоровенная. Сейчас мы берем машину Left 4 Dead Service. Можно любую машину брать, так что выбираем и начинаем мочилово. О, грузовик, это хорошо, кстати, он тяговой очень. Так, мы возьмем, вот, подожди, он уже взял тот, этот взял машину спортивную. Все-таки скорость, да, это сильная штука. Ну, а мощь, это тоже сильная штука, поэтому мы возьмем вот этот КамАЗ, мне кажется, он реально крутой. Так, ну что, вы готовы? Чпонькс. Да, готов. Я готов. Раз, два, три. Бойня начинается.
все понабирали. Я взял КамАЗ, это экспериментальная версия. Проверим, может я проиграю, мы возьмем. О, сынок. А, я помню эту машину, она очень мощная. Нет, я отступаю. Блин, газуй, дурачок. Поздно отступать. Нужно. Нет. А, тут сигналить можно. Давай, иди сюда. Нет. Я себя вывернул. Ты думаешь, я вот так, дурачок, не знаю, что ты будешь сейчас так делать? Прощай, твои последние слова. И опять я начинаю побеждать. Ого, этот псих ворвался сюда. О, это додик чумной. У него прикольная тачка. Блин, колеса так на фуре это медленно выворачиваются. Так. А ну давай, иди сюда. Слышь, да? Надо shift немножко прожимать. Да мне пофиг как-то на то, что ты мне делаешь, Тёма, мне пофиг. А какая у тебя, Серега, машина? У меня грузовик, фура. Давай его сталкиваем, сталкиваем этого додика. Тихо, нет. Yeah. Давайте, Димаса, сталкиваем. Нет. Давайте, помогай. Не получится, я аж опытный водитель. Во, потихоньку его. Давай. Димаса, чуть-чуть. Говно. Давай. Я потолкну тебя, Тёма. Блин, я висю на соплях. Ребята, ставьте лайкосик, и я упаду. Пока, Димас. Да нет, помогите. Пока, Тёма. Блин, я лечу. Тормоза работают. Блин, прикольно. Не смей. Пацаны, кто ж выиграет? Давай. Осталось чуть-чуть. Я его чуть-чуть. Давай. Висит на соплях. Это реально прикольно. Давай. Сигналит. Едет, почему она назад... Тут тормоза назад плохо работают. Давай, ты сможешь. Бум. Офигеть, улетел вниз. Ребята, третья арена, третий бой. Взяли машину, кто какую хочет. Раз, два, три. Погнали. Я очень устойчивая машина, меня так не скинуть. Ух, я переворачиваю кого-то. Никак, пацаны. Не без вариантов. Ого, вы что, втроем одного меня так нечестно? Мы скооперировались. Не-не-не-не-не, так не пойдет. Давай, Димка, ты сможешь. Давайте скидывайте этот зеленый. Это Димас? Да. Вы жопы, так нечестно, вы договорились. Чумной ты. Блин, удалили меня. Дабл килл. Так, втроем остались, будем наблюдать. О, я сел в розовый, это чей? Это мой. Так, давай, я болею теперь за тебя резко. Ну, давай, ты сможешь. А так, от первого лица. О, прикольно у тебя тут в салончике. Мне нравится. Я его оседлал. Нет. Он вроде бы классный, все, но мощи в нем недостаточно. Хотя, если учитывая, что вы втроем летели, выиграл он, ничего не сделая. Поздравляю тебя, ты победитель. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Раз, два, три. Скорость против мощи. Ой-ой-ой, сейчас кто-то улетит. Нет, не улетел. Так, ныкаемся. Ой, кто-то сальтухи крутит. Ой-ой-ой, сейчас на танке розовом кто-то упадет. Нет. Димас, это ты на желтый? Да, я дурачок буду ныкаться. Дурачок, а ну иди сюда. Ты меня не поймаешь никогда в жизни, ты чё? Давайте все за Димасом. Да нет, так нечестно. Вы опять сговорились. Говно, почему? Чуть-чуть бы не упал, отвечаю, еще чуть-чуть. Так, я буду ныкаться до последнего. Я смогу. Напишите в комментах, ребята, проиграю я первым или я все-таки затащу? Хотя бы в топ-3 войду. Ты меня не скинешь, чумной, зря ты взял бы. А я соседлаю, народ. Ой, кто-то на танке, я вижу, видит меня уже. Это я.
Походу на меня не собьется. Да, не собьется. Нифига себе, я могу задним ходом крутить сальтухи. Вот, Димас, все. Пока. Ай, говно! Ты как щенка меня скинул! Офигеть, красиво это было! Вот так, значит, да? Давай, зажимай. Испортись. Блин, что-то в этих боях я стреваюсь. Но я неправильно машину взял. Все-таки я думал, что я буду быстро убегать, а меня не поймают. Но не получилось. Во, аккуратно, аккуратно. Понял. Пока Фокси, я Фокси скину. Я вижу, улетел, один хвост синий. Так, осталось вас двое, да? Так, я вижу, я вижу. Так. Серега, ты на танке, да? Да, я на танке вот этом. А ты его не прокачивал, не? Не-не-не. А то он какой-то у тебя прям чересчур мощный. Ой, чумной, куда ты сваливаешь? А ну вернись сюда, а ну иди сюда. Если сейчас начнете долго сильно гонять, я найду применение минам. Я буду их активировать на карте, будет тяжелее. Давай, давай. Но сначала, может, вы еще будете нормально скинет кто-то кого-то. Вот, допустим, сейчас, вот сейчас, смотри, прощай. Я выиграю. Давай, Серега. Ты 4 налепи. Не, давай, танк пристегнутый, падай. Это прыжок на резинке с танком. Прощай. Я тебя обманул. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.